По-вашему, мы льем кровь зря? Разрешите сказать? Говорите. По-моему, это война заблуждения, но она не бесплодна. Люди найдут на ней свой путь к освобождению. Я считаю, война одно, солдатская верность другое. Вот что. Мне нет дела до ваших взглядов, но вы их обязаны держать при себе. Не забывайте, что вы солдат. У военного суда не тот язык, каким говорю с вами я. Ясно? Так точно. Что значит «так точно», когда с вами говорят как с человеком? По-вашему, мы льем кровь зря? Разрешите сказать? Говорите. По-моему, это война заблуждения, но она не бесплодна. Люди найдут на ней свой путь к освобождению. Разве вы, как русский офицер, не давали присяги? Присяга? Кому? Строй, которому я присягал, не существует. Армия, которой я присягал, не существует. Остается отечество, да? Земля отцов, родина, да. Так я верен присяге своей родине. Вот эта присяга заставляет меня гнать с родной земли всех, кто на нее посягает. Правильно. Вот эту присягу я готов выполнить. Рядовой Ломов прибыл. Молодец. Спасибо за языка. Поздравляю. Рад стараться, ваше благородие. Похвально слышать. Значит, разведка для начала вправила тебе мозги. Ну, а как же насчет войны? Подговаривал солдат не воевать, а сам вроде не прочь. Как же тебя понять? Я считаю, война одно, солдатская верность другое. Вот что. Мне нет дела до ваших взглядов, но вы их обязаны держать при себе. Не забывайте, что вы солдат. У военного суда не тот язык, каким говорю с вами я. Ясно? Так точно. Что значит «так точно», когда с вами говорят как с человеком? По-вашему, мы льем кровь зря? Разрешите сказать? Говорите. По-моему, это война заблуждения, но она не бесплодна. Люди найдут на ней свой путь к освобождению. Так вот куда привела вас судьба. Какая же судьба? Мы к этому шли. Понимаю. Ломовы проиграли войну, из века вы выиграли. Разве это не одно и то же? Вы, значит, едете к родным? К матери. Я не видел ее 5 лет. Долго. Я со своей матерью не виделся 9 лет. И вот недавно встретились. Помогу вам доехать. Повидайте со своими, отдохнете. Только все равно, дома или здесь, вам не уйти от вопроса, который вы, наверное, еще не решили. С кем вы? Революция, товарищ Дибич. Есть о чем подумать. Мне нечем думать. У меня нет мозга. Я его съел. Понимаете? Съел. 2 года я докладывал свой мозг к немецким буракам, чтобы не сдохнуть, чтобы не превратиться в скотину, чтобы жить, жить! Я кормил свои клетки запасом мозга, запасом нервов, вот эту шкуру! Доктора сейчас же! Разве вы, как русский офицер, не давали присяги? Присяга? Кому? Строй, которому я присягал, не существует. Армия, которой я присягал, не существует. Остается отечество, да? Земля отцов, родина, да. Так я верен присяге своей родине. Вот эта присяга заставляет меня гнать с родной земли всех, кто на нее посягает. Правильно. Вот эту присягу я готов выполнить. Здорово вас отремонтировали. Прямо хоть в строй. И я и думаю, не пора ли. Недели как гимнастику начал. Вчера стул за ножку выжил. За заднюю или за переднюю? За заднюю. Вот когда за переднюю выжмете, тогда и выписывайтесь. А ну-ка, давайте потягаемся.
Я и говорю, рано еще выписываться. Кто хочет помириться? В лазарет за легкими лаврами? Не знаю, за легкими ли. Вот вы, пожалуй, переселите. Против двоих давайте, что ли. Товарищ Дивич, покажем ему, а? Нет, нет. Не узнаете? Матрос, на вокзале хотел меня арестовать. Так точно. Лебедкой меня помяло, и вот лежу. Фамилия? Страшнов я по фамилии. Матушки мои! Что ж не спросите, в какой я хочу строй идти? Что же спрашивать? Я вижу. Быстрый вы. Решили? Решил. Хорошо. Говорят, Деникин в решительную перешел. Решать будем мы, большевики. Почему? Народ с нами, вот почему. Согласны? Согласен. Правильно. Вы, я вижу, скептически относитесь к тому, что я говорю. Извините, товарищ, здесь все-таки лазарет, и у меня печень. Ах да, тяжелая болезнь. Жду вас, Василий Данилович.